Кока, всем привет! С вами четвертая часть мультика Лего Майнкрафт. У Суперстелла продолжили приключения. В прошлой серии Стив ходил в какую-то странную пещеру. Это было царство криперов. Там его взорвали. Потом Суперстил помог деревенский житель. Он дал ему необходимые вещи. Так и Стив построил себе новый дом. Начался новый день. Стив решил сделать снежного голема, чтобы он охранял дом. Вот такой голем получился. Теперь у дома есть охранник. Стив решил отомстить королеве криперов. Но для этого ему нужна алмазная броня. Значит, пора идти в шахту. По пути в шахту Стив услышал зомби. Зомби на кого-то напали. Оказалось, это была девочка Алекс. У Суперстил появился первый друг. Точнее, подруга. Теперь они будут выживать вместе. Стив добыл себе очень много алмазов. Алекс тоже повезло. Она нашла железо. Стив и Алекс вернулись домой. Стив сделал себе алмазную броню и алмазный меч. Алекс себе сделала железную броню. Теперь друзья готовы к бою. На сегодня это все. Ставьте лайки. Всем пока-пока.